Можно ли построить было линию электропередачи за 4,5 миллиона рублей? Невозможно. Почему? Линия эта проходила по территории землепользователей и затрагивала интересы землепользователей и сетей, находящихся на их территории. То есть напорные трубопроводы, охранно-санитарные зоны. И землепользователи потребовали, естественно, поставили свои условия. А эти условия в основном состояли из зацепок, устройства дорог. Вот, например, очистные сооружения. Линия проходила в охранно-санитарной зоне. Они поставили условия ремонт подъездных путей и биопрудов. Значит, итого затраты состояли из трех частей. Верхней части, то есть самой линии электропередач. Нижней части, это отсыпки трассы линии электропередач. И затраты на удовлетворение выставленных условий землепользователей. Ярким примером служит то, что для МакТренафта, генподрядной организации «Молстрой» и субподрядной «Горэлектросетями» был перенос осуществлен линии, тоже десятки. Расстояние ее 100 метров всего лишь, 100 метров линии. Обошлась она в 1 миллион. Причем это подтверждено, этот миллион подтвержден всеми заинтересованными лицами. Если взять денежное выражение, то легко можно почитать денежное выражение стоимости этой линии, без всяких экспертиз. Просто простым арифметическим подсчетом. Значит, линия, которую построил Молстрой, 100 метров. Стоимость ее 1 миллион. А стоит земля, стоит 700 тысяч. То есть 70% земля, а 30% вверх. И стоимость одного кубометра 438 рубля кубометр. Значит, если даже взять отрезок 1 километр, на котором уложено где-то порядка, ну, грубо считаем, 60 тысяч кубов. Значит, 60 тысяч кубов умноженное на 438 рублей, уже получается сколько? 24 миллиона. 24 миллиона – это только отрезок в 1 километр. Я отработал на этом объекте как раб на галерах. И пусть даже 40 человек, 40 душ против меня устоят, все равно я буду прав, потому что вся доказательная база у меня документально подтверждена. А товарищ Мачаев своим только, домыслом, пользуется только домыслом. Ну, скажите, пожалуйста, как можно взять 4,5 миллиона и не взять ни одного куба отсыпки, когда рядом построена линия 100 метров, имеет 1000 кубометров отсыпки.